простите. Девушка, а можно не спать на ходу? Ну, вы тоже повнимательнее будьте. Ой, простите. Знаете, мы в нашем центре применяем самые передовые методики социальной адаптации детей с аутизмом. И у нас есть и поведенческие программы, и обучение реакциям, и сенсорная интеграция. И во многом все это мы можем себе позволить только именно благодаря вам, дорогие наши спонсоры, дорогие наши помощники. Такси! Напоминаю, что 23 числа состоится благотворительный вечер, на котором мы будем вас с нетерпением ждать. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для нашего центра. Так. Привет, ты прилетела? Я-то прилетела, а ты где? Прости, что не смогла тебя встретить. Я звонила, но ты уже в воздухе была. Да. Ната, я тебе такую квартиру нашла. Правда? Да, бери такси, адрес я тебе сейчас смс-кой пришлю. Поехали. Красавица, далеко ехать? Набережная Тараса Шевченко, 10. О, 2000 поехали. С ума сошли? Ладно, 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 за 1500 довезу. Нет. Ну, ради такой красоты, ну, 1200, а? Ну, дешевле не найдете, а? Поехали. А? Да. Ну все, командир, можем ехать. Да что вы делаете-то? Ну. Так, я не понял, это кто? Вы же сами сказали, я отойду на 5 минут, а сами ушли. Вот я и нашел другого пассажира. Вообще-то я первым это такси занял. Машина была свободна, извините. Мадам, я очень тороплюсь. Я тоже. Понятно, коня нас какой остановит, горячусь бы войдет. Не уступите? Ты даже не подумай, может, вы уступите? Конечно, нет. Может, вам по пути, а? Нет! Что у вас за парфюм? Какая разница? Странное название. Останови у метро. Вам советую насладиться московскими пробками. Спасибо. Сколько с меня? С вас 1000. Да, пожалуйста. Осторожно. На 1000 мы не наездили. А все перепахали. Дальше никак. Асфальт меняют. Спасибо. Новая эра – одна из крупнейших российских парфюмерно-косметических фабрик. Ну, это всем известно. На данный момент ее продукция составляет более 100 наименований парфюмерно-косметической продукции. А точнее? 122. Нужно знать. Да. Александр Константинович, добрый день, я не ждал вас так рано. А вы у нас? Это кандидат на должность вашего помощника, Полина. Здравствуйте. Вот она что. Ну что ж, пусть кандидат сварит нам кофе. Полиночка, где кофемашина, вы знаете, я вам показывал. Будьте добры, Александру Константиновичу двойной эспрессо с одним кубиком тростникового сахара. Мне то же самое, но без сахара. Хорошо. Быстрее. Как съездил? Вадик, я просил помощника, а не помощницу. Ты разницу улавливаешь? Саша, я знаю, что ты не любишь работать с женщинами. Но в агентстве нет мужчин на эту должность. Они ищут. Один ты меня понимаешь, дружок. Ну что ж, посмотри, что я раздобыл у бушменов. Эфирное масло Бучу широко применяется местными женщинами в парфюмерных целях. Ну, интересно, и? Не-не-не, покажи это технологам, пусть посмотрят.
можно ли синтезировать этот запах. Хочешь сделать новую линию? Почему бы и нет? Публика любит все экзотическое. О! Смотри, как быстро. Пожалуйста. Спасибо. Вам, пожалуйста. Спасибо, кофе отлично, вы свободны. Полиночка, простите, что я потратил ваше время, но вы можете идти. Угу. Когда я могу приступить к своим обязанностям? Никогда. То есть вы, не поговорив со мной, уверены, что я вам не подхожу? Переубедите меня. У вас одна минута. Через 2 минуты пройдет совещание технологического отдела. В 15:30 придет кандидат на должность пиар-директора. Завтра в 18:00 вы приглашены на благотворительный вечер фонда «От сердца к сердцу». А откуда у вас такая информация? Ты сказал? Нет. Поговорила с вашими сотрудниками, пока делала для вас кофе. Так что мне ответить фонду? Ваш компьютер в приемной. Изучите мое расписание и составьте график встреч на неделю. Спасибо. Спасибо, скажете, когда пройдете испытательный срок. Поздравляю. Красавица! Ой, Наташка! Так, а почему чемодан такой маленький? Ты что, с собой наряды не взяла? Ну, какие наряды? Я работать сюда приехала, а не наряжаться. Но... Какая работа в Москве без нарядов? Женщина твоего положения должна выглядеть как? Ах! Безукоризненно! Ладно, придумаем что-нибудь. Приоденем тебя. О. Наташка, ты сейчас увидишь квартиру, ты обалдеешь! Так, давай. Оп. Заходи. Ого! Боже! Ну? Что, ну, ты с ума сошла? Мне такая квартира не по карману. Ну, красота, а? Так, обижаешь, командир. Я в твой бюджет уложилась. Артурчик, ну, то есть хозяин квартиры, уехал на полгода. То ли в Голландию, то ли в Бельгию, не помню. Очень хотел приличным людям стать. Так это я. Ну, это ты. Смотри, как я обожаю кухню. 3 комнаты, Ната! Сколько? 3? Да куда мне столько? А? Как я таких ворома вообще убирать буду? Объясни мне. Так, ну не захочешь убирать, значит, найдем домработницу. Смотри, это договор. Угу. Ната, ну как я рада тебя видеть. Сколько мы не видели. Господи, да год, наверное. Я тебя даже по скайпу выловить не могла. Потому что я все время кручусь, как белка в колесе. Ой, да. А я теперь важный человек, между прочим. Я директор по связям с общественностью. Боже мой. Я даже Аньку только на выходные забираю. Гришка твой как? Да что Гришка, уже взрослый человек, живет самостоятельно в Берлине, учится. Ему вообще не до меня, у него там экзамены, семинары, зачеты и так далее. Ничего себе, а? Ой, ладно, мне через 40 минут встреча, да? Я побежала вечером. Вечером? Да, посидим, все как обычно. Да, ключи, чуть не забыла. Спасибо. Все. Так, договор, ключи, все отдала. Все, до вечера, да? Пока. Пока-пока. Спасибо! Да. Здравствуйте. Ой, здрасте. А где Артур? Какой Артур? Да что вы мне здесь дурочку включаете? Так, я не поняла. Где мой Артур? Артур! Да вы кто? Минуточку. Девушка, остановитесь, ради бога. Минуточку, это к вам? Нет. Даже никаких документов не предъявила. Ой, господи. Вы-то ее знаете? Нет.
Так, слушайте, я Леся, Леся, я невеста Артура. А вот по ней сразу видно, что она прохиндейка. Да что же так кричите-то? Вы, наверное, просто ошиблись квартирой. Вы же всех в подъезде знаете. У вас живет какой-нибудь Артур? Никак нет. Жил Артур в этой квартире. Но он уехал в Данию. Так что покиньте помещение и не мешайте новым жильцам. Так, слушайте, знаете что, не надо меня трогать. Артур меня любит, он меня ждет. Что вы себе позволяете? Да нет, ну, теперь в этой квартире живу я. Вы уж извините. Так, погодите. Ой, ой, погодите, так он что, правда, что ли, уехал? Уехал. Так что покиньте помещение, иначе я сейчас вызову полицию. Да не надо никакой полиции! Да вы что, не понимаете, у меня трагедия! Меня жених бросил! Ну, ну, действительно, не надо никакой полиции, мы сами разберемся, вы идите. Все в порядке. Ну, как знаете. Вы уж простите меня, я даже чаем не могу вас напоить, вон воды нет. И где ближайший магазин, я тоже, к сожалению, пока не знаю. Да нет в ваших магазинах еды-то человеческой. Ну что, я не знаю, что ли? Я ж вот все свое привезла, домашнее. Ой, Лесь, зачем? Вот, сейчас. Смотрите, какая колбаска. А, красота какая. Лесь, не надо, ну куда вы все это выкладываете? Ну, ей-богу. Рыбка. Наливочка. Вот аджичка. В этом году хорошая получилась. Ну что? Ну, ну что случилось-то у вас, а? Артур к нам в балаклаву отдыхать тогда приехал. А я тогда в президент Националь горничной работала. Ну я так на него пригляделась, я смотрю, такой интересный. Аккуратный, брюки так всегда аккуратно складывал. А то, знаете, иногда бывает, зайдешь в номер, а там... Его-то как-то пылесосило. А он мне говорит, не хотите ли вы со мной поужинать? Я прям так аж и подпрыгнула. И все, и закрутилась у нас, завертелась. А мне говорил, что любит меня, понимаете? Что ждать меня будет здесь, в Москве? Адрес мне, правда, не оставил, так я вот у Серёги администратора все узнала. Приехала сюда, хотела сюрприз ему устроить, шарики. Как дура. Лесь, а у вас деньги на обратный билет есть? Ну, давайте я вам одолжу, а вы мне, ну, потом как-нибудь. Да не могу я обратно поехать. Я уже всем сказала, что я замуж за московского миллионера выхожу. Если я обратно приеду, все с меня смеяться станут. Ну, а что ж делать-то теперь? Лесь. Ну, что делать? Что делать? Миллионера нового надо искать. Тем более, их здесь мать мущая. Под ногами вон валяются. Вы серьезно так думаете? Не, ну, в журналах пишут, значит, правда. А вас как зовут? Наташа. А по отчеству? Павловна. Ну, что? Наталья Павловна! Ну, хватит! Ну, перестаньте, я вас прошу, ну... Да как же я ж теперь буду? Ну, что ж мне делать-то теперь? Ну, хватит. Ну, Лесь, ну, господи, ну, перестаньте вы реветь. Ну, хотите, оставайтесь у меня временно. В качестве домработницы, я не знаю. Лесь, а? Так это, я пойду? Да куда вы пойдете-то? На вокзал, что ли? Так кран в стояке открою. Чайку попьем. А? Ой. Ой, не могу. Слушай, ну...
Ах. Божественно. Наташка. А впитывается как? А увлажняет как? Ну, действительно, качественный крем получился, правда. Попробуй молочко. Вот скажи мне, зачем мне покупать иностранное, если у нас у самих такое? Не говори. Никакой логики. А что нам тут Артурчик-то оставил? Ну, перестань, это чужое. У меня вон домашняя наливка есть, держи. О, ничего себе. Это что, это вот эта твоя горе-невеста привезла? Да. Ничего себе, домашняя, отлично. Так давай рюмки. А, чего сидим? У меня тост. Значит, говоришь, что Леся твоя решила в Москве остаться, да, чтобы найти себе жениха миллионера. Тихо, ну неудобно, ну прекрати, она в соседней комнате спит. Не, ну ты прикинь, серьезно, я час назад мимо комнаты проходила и слышала своими ушами, как она говорила, спишь на новом месте, приснись жених невесте. А что, может, она идет? А почему нет? Слушай, кто ищет, тот всегда найдет. Угу. Угу. А я тебе так скажу, в Москве жених водится. Да? Да. Не то, что в нашем родном городишке. Серьезно? Угу. Ну, а что ты до сих пор одна? А мне некогда. Я кручусь, как белка в колесе. Я из этих спонсоров все деньги выбиваю. Знаешь, умираю на работе день и ночь. Среди спонсоров, значит, мужиков нет. Слушай, там как назло все женатые. Угу. А мы это уже проходили. Спасибо, да. Не надо. Да. Так, ну что, дорогая моя, во-первых, с приездом. А во-вторых, давай за то, чтобы вся Москва благоухала твоим волшебным ароматом. Он того достоин. Да что там Москва? Пусть весь Париж и Лондон, да? Не будем мелочиться. Наталья Павловна, мы очень впечатлены уровнем продаж в регионах. И уж не меньше вашего заинтересованы в продвижении линейки Дурнопьяна в Москве. Но поймите нас правильно, момент для этого сейчас не самый подходящий. Нет, вы не думайте, мы совсем не отказываемся от этой идеи. Вы предоставили прекрасный бизнес-план, и мы уверены в том, что со временем ваша потрясающая энергия, чутье и умение достигнуть цели принесет свои плоды. Со временем? Понимаете, кризис. Люди стали меньше тратить. На фоне импортной продукции у нас очень привлекательные цены. Так что при грамотном рекламном подходе, я думаю, что мы сможем очень быстро поднять продажи. Послушайте, из-за кризиса цены на аренду, на рекламу снижены. Это даже выгодно. К сожалению, нам будет очень непросто выделить вам ту сумму, о которой мы с вами изначально договаривались. Но мы уже увеличили выпуск продукции с прицелом на московский рынок. Склады забиты. Я просто прошу вас, доверьтесь моей интуиции, все будет хорошо. Давайте начнем рекламную кампанию. Учитывая наши возможности и ваши обстоятельства, мы сможем выделить вам половину суммы. Надеюсь, мои коллеги меня поддержат. Я вас умоляю, ну что вы там ходите, как неживая? Знаете, если вот так вот на каждый облом обращать внимание, расстраиваться, то никаких нервов вообще не хватит. Салатик будем с майонезицем, с маслицем. Нет, у меня аппетит отстанет от меня. А я, между прочим, готовлю, стараюсь. И знаете что, Наталья Павловна, я вот со своими доброводницами буду по-человечески. Хвалить их хоть иногда и премировать каждый раз. Привет. Привет. Как дела? Да ты два дня назад уехала. Все по-прежнему, денег нет. Не начинай, пожалуйста, я тебя прошу. Я, знаешь, что подумала? А может быть, приостановить модернизацию третьего цеха и вложить все эти деньги в рекламную кампанию, а? Наташ, третий цех ведь на честном слове работает. Ну кто тебе будет эссенции синтезировать, если он встанет? Я про выплату процентов по кредитам вообще молчу. Ты презентацию уже провела, тебе денег не дали? Дали. У меня все под контролем, Дорофеев. И вообще, я считаю, что нам нужно арендовать гораздо больше площади под нашу продукцию. Так что давайте там, готовьте первую партию, через неделю будем отправлять. Вся надежда на тебя. Пока. Всем привет. Пока. Ой. Представляешь, Нина, они мне выделили только половину суммы. Сказали, что кризис. А что я с этой половиной сделать-то смогу?
Я встречаюсь с парой знакомых банкиров, но они вряд ли помогут. Ната, спокойно. Давай без паники, да? Ты начинай свою компанию, а деньги мы тебе подтянем. В конце концов, мы в Москве или где? А в Москве деньги на каждом углу валяются. Ну да, так же, как и миллионеры. Давай, записывай имена и телефоны потенциальных спонсоров. Это что? Это съедобно? Так это что, яйца, Наталья Павловна. Кремлевская диета. Для укрепления роста волос, кожи, костей и напора. Сахар дай мне хотя бы. Я сахар выбросила от греха подальше. Наталья Павловна, вы что? Угу. Между прочим, все звезды Голливуда уже давно от сахара отказались. Так, Лесь, во-первых, я не звезда Голливуда. Во-вторых, хватит читать всякую чушь. А в-третьих, спасибо огромное за завтрак, но я все-таки лучше пойду. Наталья Павловна, я с вами. Это вообще-то деловая встреча, Лесь. Наталья Павловна, вы, конечно, женщина умная, я вот ничего не говорю. Но в плане обаяния, Наталья Павловна, вообще работать, моя дорогая, работать. Ну, надежда есть. Ну, вы будете с ними так по-умному говорить, а я буду на них смотреть. Вот так. Ой, обалдеть. Ну, я сама справлюсь, ладно? Наталья Павловна, ну, так и там поспрашайте у ваших спонсоров. Может, есть кто не женатый? Я бифштекс просил средней прожарки, а не подушек. Простите, я сейчас принесу. Мне нет, не надо, у меня нет времени, и за вас останусь голодным. Ну так вот, Натали, духи хорошие. Я бы сказал, патриотические. Сейчас это важно. Так что, я думаю, ударим по рукам. Я очень рада. И очень вам благодарна. Только у меня маленькое условие. Какое? Название. Мне не нравится. Ну, что это за дурнопьян такой? Надо переименовать. Например, Мариатта. А? Как вам? По-моему, то, что надо. Почему Мариатта? Девочку мою так зовут. Дочку. Да какую дочку? Девочку мою любимую. Ей приятно будет. Вы меня простите, пожалуйста, но название я менять не буду. Люблю все красивое, изысканное, утонченное. Попробуйте это вино. Бордо, урожай 72-го года. Гармоничный аромат. Удивительное дело, вот первые нотки, они прохладные, а уже потом раскрываются теплом. Фантастика. Я заинтригован. Ну что, давайте послушаем ваши духи. Тонкий аромат, изысканный. Именно тот, в который деньги вкладывать не стоит. Я не понимаю, почему. Дело в том, моя дорогая, что у публики гораздо более примитивный вкус. Будьте готовы к тому, что у вас ничего не получится. К сожалению, Москва – это город не только великих возможностей, но и несбывшихся надежд. Ну и что, подумаешь? О, три раза не подняли трубку, два раза отказали. В этом городе сдаваться нельзя, Натаха. И отступать, кстати, тоже. Да это понятно. Вообще, где твой напор, Натаха? Ты вспомни, это я всегда рыдала. А ты всегда находила выход. В любой ситуации. Ну, значит, теперь все будет наоборот. Привыкай. Ну, что я могу сделать, если я чужая в этом городе, никому не нужна, но не принимает он меня? Слушай, подожди. А ты Илье не хочешь позвонить? Чего? Ну, он же здесь, в Москве. Может быть, и денег тебе даст. По старой дружбе. С ума сошла? А что? Боишься? Чего? Боишься, что былые страсти вспыхнут с новой силой? Какие страсти? Былые. Фантазерка. Это когда было-то? Сейчас у него своя жизнь, у меня своя. К
Конечно, я не буду ему звонить, уж тем более деньги просить. Ну, думай головой-то. Фу, какая ты принципиальная. Ладно, хорошо, есть другие варианты. У меня в среду в центре будет благотворительный прием. Там соберется куча всяких московских богатеев. Кстати, у нас Акимов будет, наш генеральный спонсор. Он бы с кем тебя познакомить, а? Ну. Хотя он тебе все равно денег не даст. Почему? Да потому что он твой главный конкурент. Он глава новой эры. Слышала такое? О, ты сама как думаешь? Ну, конечно, слышала. Парфюмерный гигант, лидер продаж. Но вообще так по-хорошему, между нами выпускают они плохие копии известных ароматов, однодневки. Фу. А с другой стороны, Натаха, врага надо знать в лицо. И раз в году можно с ним и шампанское выпить. Поэтому, чтобы была в среду, и чтобы была при полном параде. Mm-hmm. Поняла меня? Mm-hmm. Ой, пойдем, что ли, присядем где-нибудь, кофейку выпьем. Чуть ноженьки устали. Леська, ну сколько можно? Ты минут 40 меня уже красишь. Давай как-нибудь сама по-быстренькому доделаю. Наталья Павловна, я ж профессионалка. Я всем своим девчонкам лицо на пати делала. И отдыхающие даже ко мне обращались. Так что я сейчас вот еще вот я блесточек добавлю сейчас. Каких еще блесточек? Ты с ума сошла? Ну, освежающих. Так, сейчас. Дай мне зеркало, я хочу посмотреть, что ты мне там наваяла. Давай, давай, да, давай. Да-да-да, вот, пожалуйста. Боже. Так, тихо. Дай, пожалуйста, что-нибудь, чем я могу это смыть. Наталья Павловна, ну... Дай... Ну, у меня вся косметика несмываемая. Ты издеваешься надо мной? Давайте я сама. Я сама. Сейчас. Ты сейчас дыру во мне протрешь? Наталья Павловна... Ну, что делать-то, ну? Так, давайте, входи, давайте я припудрю сейчас. Да все. Что ты мне там... Да что ты... А! Черт! Я тебя убью сейчас. Наталья Павловна... Я в чем пойду-то? В чем я пойду? У меня... Секунду! Это не проблема. Вот. Я для себя платье... Для меня... Убью. Вам... Для вас ничего не жалко. Наталья Павловна. Убью! Спасибо. Лесь, сумка моя где? Наталья Павловна. Так что вы так нервничаете? Ну, правда. Вон Золушка на бал опоздала, и шо? Принца себе отхватила. Слушай, я уже так опоздала, что можно просто никуда не ехать. Все принцы разбежались. Так это, вы как-то поэффектнее зайдите, там глаз чтобы горел, грудь вперед. Ой, ой, как хорошо, что такая умная. Мне прям повезло. Ага. Это, по щекам себе похлопайте, чтоб румянец горел. Ага. Горжусь тем, что могу пожертвовать деньги на благое дело. Наших детей на наше будущее. Привет. Несмотря ты на особенности в развитии. Ты на целый час опоздала. Прости. Я думала, в Москве принято опоздать. Принято, если сама спонсор. Если ты ищешь спонсора, то приходи вовремя. А? Прости. Авраам Линкольн. Кто? Акимов. Акимов давным-давно ушел, сказал свои два слова и свалил. Он вообще нигде не задерживается. Почему? Потому что на него все дамочки сразу бросаются, как кошки на валерьянку. Он один из самых завидных холостяков Москвы. Ой, жаль только, что женщина не интересуется. Да, сейчас этим вообще никого не удивишь. И в этом смысле какая-то трагическая история, говорят, была. Да, то ли его невеста бросила, ушла к более богатому, когда он был студентом, то ли... Ну, в общем, что-то... Ладушки. В общем, темное дело. Ой, дыма. Здрасте. Знакомься, это Наталья Баранова, моя лучшая подруга. По совместительству гениальный парфюмер. Да ладно. Дымов, можно просто Виталий? Да все я про вас знаю, Виталий Никитич. Вы профессор, вы нашу Анюту в центр устроили, сами всем занимались. Очень приятно с вами познакомиться, товарищ Дымов. Взаимно. Да, это он. Дымов у нас главный психолог. Уж куда бы мы без него? Да, но мы без тебя никуда. Нина, я хочу поднять тост за Нину. Мало того, что она великолепный сотрудник, она еще очень красивая, ну, да. То есть, не просто красивая, она, то есть, в общем, я хотел сказать, то есть, хочу, господи, не умею я тосты говорить. Мы уже поняли, да? Ладно, короче, понятно, за меня. Приветствую, Нинель. Привет, дорогой. Да, давай. Дыши, дыши. Пойдем-ка я тебя с ним познакомлю. Олеж.
Знакомься. Это Наталья Баранова. Ну, моя лучшая подруга. Помнишь, я тебе говорила? Здрасте. Олег. Очень приятно, Наташа. Олеж, ну ты же гений пиара, а? Ну помоги Наташке, она как раз продвигает свой новый продукт на рынке. Я не могу, завален работой. Олег, ну пожалуйста. Ну ты же знаешь, я тебе потом кучу клиентов подгоню. Ну ладно, ладно, но только ради тебя. Ну ты мой дорогой, ну спасибо тебе. Так, я вас оставлю на время, ладно? Сейчас, подожди. Пойдемте, я вас познакомлю с человеком, о котором я все время вам рассказывала. Так, ну, рассказывайте о своей продукции. А это парфюмерно-косметическая линейка «Дурнопьян». «Дурнопьян», «Дурнопьян». Мне нравится «Дурнопьян». Русский аромат. Да. Сейчас это модно. Да. Работаем в исконно-посконной стилистике. Что это значит? Это больше трэша и угара. Понимаете? Духовные скрепы. Карнавальном антураже. Не берите в голову, это все на мне, все на мне. Я все сделаю, не волнуйтесь, так, не волнуйтесь. Дорогуша, мы и не такие проекты заваливали. Дурнопьян, дурнопьян. Ниночка, вам невозможно отказать. Свяжите завтра с своим помощником и дайте ему детали вашего счета для перевода денег. Иван Ильич, вы наш добрый ангел. Ваня, нам пора. Я очень была рада вас видеть. До свидания, Нина Всего Наталья. Хорошо. Вот кто? Ой, господи, Наташка, ты что, с Гиреевым уже договорилась? Ну, практически. Ты в курсе, какой у него гонорар и планы в громадье? А спонсора я до сих пор так и не нашла. Чего найдешь? Главное, начать. Что у тебя с Дымовым? С кем? С Дымовым? Ты что, с ума сошла? Мы с ним 100 лет друг друга знаем. Работаем вместе, встречаемся каждый день. Мне иногда кажется, что я его вообще уже видеть не могу. Ну, хороший мужик. Ну, и орел. Мне кажется, он такой милый. Он чешет с шампанским к тебе. Глаз на тебя положил, я тебе говорю. Девочки, может, шампанского? Я с удовольствием. Ну и куда ты поставил эту березоньку? Ну ты не видишь, вся композиция сыпется. Переставь на 5 сантиметров на себя. Стоп, чуть на меня. Вот, вот, видишь, совсем другое дело. Ставь вторую. Девочки-модели, вы переоделись? Да-да. Вот, умницы мои. Ой, мои красавицы. Возьмите тюбики и походите здесь. Я посмотрю, как вы будете презентовать нашу продукцию. Да, так, хорошо. Умницы, умницы. Несите себя, гордо, гордо несите себя. Гордо несите «Дурнопьян». Вот, молодцы. Микрофон работает? Так, раз, 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 раз. Господи, 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 слышишь ли ты меня, господи, господи? Господь не слышит меня, я сам себя не слышу, потому что микрофон не работает. Нужен звукотехник, нужен звукотехник. Олег, простите. Олег, там еще шампанское привезли, 10 ящиков. Я надеюсь, хватит. Что значит хватит? Дорогущая французская. Наталья Павловна, сегодня вечером сюда придут приличные люди. Я пригласил весь бумон. Придут бизнесмены, журналисты, парфюмеры. Чем мне их угощать? Приличным шампанским или пойлом, которому цена косарь? Слушайте, я все понимаю, но просто меня, в принципе, вот это все смущает. Наталья Павловна, я вас Христом Богом молю, пожалуйста, не мешайте мне работать. Я 3 сутки без сна из-за вашей презентации. Я всего себя вложил в нее. Вы мне предъявляете какие-то претензии. Почему вы не переодеты? Почему вы не причесаны? В смысле? Что в смысле? Вы в этом будете? А в чем? Так, Наталья Павловна, вы меня без ножа режете. Вы хотите сказать, что на презентации вы будете вот в этом ужасном, да? Вы лицо нашего аромата. Ну ничего. Ничего, Олег обо всем позаботился. У Олега есть для вас костюм. Пойдемте, я вас переодену. Да у нас очень мало времени. Пойдемте. Давайте не будем украсть на эту юрту, Олег. Господи, ну почему до сих пор никого нет? Почему? Потому что это Москва. Тут никто никогда не приходит вовремя. Здесь это считают дурным тоном. И ужасно неудобно в этом образе Кармен. Поверь мне, ты выглядишь просто бомбически. Бомбически. Я уже нервничаю. Оля, здорово, Олега! Привет, брат! Саша! С девушкой приехали.
Ангелочка. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Тихо. Здорово. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Проходи. Все будет бомбически. Бомбически. По какому поводу, туса? Понятия не имею. Меня Олежек Гиреев пригласил, сказал, есть вариант нормально тусануть. А где сам Гиреев? А, там где-то. Простите, пожалуйста, пропустите. Добрый вечер. А? Простите, вы Наталья Баранова? Да, я. Я хочу поздравить вас с новым ароматом. Вы знаете, ваш дурнопьян просто прекрасен. Это чудо, когда встречаешь такой аромат, особенно нашего отечественного производителя. Вы серьезно? Очень приятно, да. А вы какое-то отношение имеете к парфюмерии? Нет, нет, я менеджер строительной компании. Просто люблю духи. Угу. Шампанского? Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. За ваш будущий успех. А вы делаете все это из натуральных ингредиентов? А, ну, конечно, только из натуральных, причем российских. Вы знаете, большинство из них мы синтезируем в уникальной лаборатории, прямо на базе нашего завода. Это помогает нам удерживать цены. Хороший ход. Что вы делаете? Перестаньте, пожалуйста, мне не надо. Ну, что, пожалуйста, отдайте сюда, ну, поставьте вы, ну, не издевайтесь, дайте. Игорь! Да. Ну, отдай! Так, флакончик на место поставили. Что за фигня? По-моему, пора валить! Гиреев, где? Поехали. Да вон! Поехали! Давно пора. Наталья Павловна, что это за безобразие? Ну, простите, первый блин комом. Но мне все равно придется рассказать об этом моим партнерам, а я еще вас поддерживал. Да, я понимаю. До свидания. До свидания. Уважаемый. Олег, объясните мне, что происходит? Кто все эти люди, Олег? Где журналисты, где парфюмеры, где потенциальные спонсоры, акционеры? Где они все? Вы обещали их пригласить? Ну что, мне их заволочить, что ли, сюда притащить? Вы в Москве без году неделю. Вот так все сразу к вам и пошли. На души нас дурнопьяным. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Вы вообще представляете, сколько денег я на это все потратила? Прежде чем получить, нужно отдать. Это футболисты так учат. Знаете что? Вы уволены, ясно? Слава богу, хоть не нужно будет рекламировать ваш этот пьемантур. Карточки не принимаем. Почему? Терминал сломался. И что прикажете делать? Вот так встреча. Здравствуйте. Вы за мороженое платить будете? А давайте я вам завтра 30 рублей принесу. Мне все так говорят. А я потом за всех за вас и своих должна доплачивать, да? Это для вас 30 рублей не деньги, а для меня... Возьмите, пожалуйста, за два. Спасибо. Я вам верну. Да нет, не надо. Насколько я помню, я как раз должна вам одно мороженое. До свидания. До свидания. Господи, опять вы?
Только не надо меня провожать. Да вас никто не провожает. Я иду к себе домой. И менять свой маршрут из-за вас я не собираюсь. Кстати, как вас зовут? Меня Саша. А я не вижу причин с вами знакомиться. А я уже насчитал целых три. Первое. Мы с вами явно живем по соседству. Второе. Мы оба любим крем-брюле. И третье. Вы шикарно выглядите. Ну и потом дама. В элегантном платье, с вечерней прической, одна, на улицах ночного города. Либо возвращаясь после свидания, или, что больше похоже на истину, желать познакомиться. Глупость какая. Да вы про первую, вторую или третью причину? Нет, а мне даже интересно. Почему это вы решили, что я хочу познакомиться, а не возвращаясь с шикарного свидания? Все очень просто, вас никто не провожает. А я отказалась от провожатых и новых спутников себе не ищу. А чем же я вам так не угодил? Ну, на это есть как минимум три причины. Во-первых, вы нагрубили мне в аэропорту из-за мороженого. Потом пытались хамским образом высадить меня из такси. Ну и третье, основное. Я вам уже давно сказала, что я не хочу с вами знакомиться, а вы продолжаете надоедать. А вы так не беспокойтесь. Никто не собирается вас отбивать от вашего глупого женского журнала, с которым вы скоро будете засыпать в обнимку. Ну, вы тогда тоже не волнуйтесь. Вашему союзу с пивом и телевизором ничто нынче не угрожает. Нарушают правила. Это очень опасно может быть.